Дотла. В минувшие выходные в деревне Визовое Ильинского района сгорели 4 дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных днем 12 августа. На момент прибытия огнеборцев полыхал частный дом. Возникла угроза распространения пламени на соседние строения. Несмотря на то, что постройки пожарным удалось отстоять, вскоре произошло возгорание 3 дачных домиков в стороне от первого пожара. В результате дотла выгорели помещения общей площадью 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, первое возгорание произошло из-за электротехнических неполадок. По причине, почему это произошло, сейчас дознаватели уточняют, разбираются в этом вопросе, потому что расстояние между первым горевшим домом и теми, которые загорелись, оно порядка 150 метров, и на пустыре там фактически ничто не находится. Поэтому по причине возгорания сейчас органами дознания проводится доследственная проверка.